Я сегодня первый день присутствую на довольно представительном фармацевтическом форуме стран СНГ. И первое, что меня поражает, это уровень специалистов, которые прибыли на этот форум. Это профессионалы своего дела. Во-вторых, присутствует довольно много чиновников, которые занимаются этим. И поражает уровень докладов, которые делаются, потому что это высокопрофессиональные сообщения, которые дают не только пищу для размышления, но и ответы на многие вопросы, которые интересуют специалистов. Давно не присутствовал на этом форуме и встретил очень много своих коллег, с которыми раньше работал в области фармацевтического бизнеса, в области государственного регулирования. И эти встречи приятны тем, что люди продолжают эту работу, не изменились, и самое главное, не изменились подходы к этим вопросам, которые сегодня решаются, и самое главное, нацеленность людей на решение любых возникающих проблем. И самое главное, что, как мне кажется, в глазах этих людей и в сообщениях появился свет, что будет в конце туннеля это решение проблемы, что мы найдем проблемы гармонизации требований к лекарственным средствам, что мы найдем пути и именно в рамках таможенного пространства о том, как нам решить проблемы взаимного признания, как работать фармацевтическим промышленностям. То есть какое-то впечатление возвышенно уверенное, что все-таки хорошее будет нас ждать впереди. У меня, конечно, было желание, потому что я и раньше участвовал, но был у меня небольшой перерыв. Сегодня я участвую, конечно, хотел бы участвовать, если пригласят. Я хотел бы рекомендовать организаторам приглашать сюда побольше чиновников, которые отвечают за те или иные вопросы. Самим участникам, которые приезжают, задавать вопросы более жесткие, более конкретные, которые требуют животрепещущего решения. Почему? Потому что, как бы ни было, дискуссия красивая и хорошая, без участия чиновника, который принимает решение, который владеет самой последней информацией, который владеет уже в части подготовки проектов, документов, без него этого решить нельзя. И вот когда предоставляется площадка и для специалистов, которые варятся в этом соку проблем фармацевтических, и людей, принимающих решения, вот этот сплав дискуссии, спора, когда ты можешь сегодня услышать и сопоставить проблему с тем решением, которое ты предлагаешь, и вернувшись, естественно, может быть, часть вопросов, которые я готовил, я задумаюсь, я пересмотрю и, может быть, подойду к другому. Либо приглашу этих людей, которые высказывались, послушать еще раз, поискать более оптимальное решение. Вот с моей точки зрения, такое сочетание практиков и чиновников было бы самое лучшее.